Все, едем. Пыль ушла. Отлично вообще, Константин. Планета сила, ребята. Дай бог здоровья конструкторам, которые создали планету. Или березонька стояла, или березка. Вопали, кудрявая была. Почему-то сзади в пыли едет, не едет сбоку, рядом. Видать, видео не смотрел, где я рассказывал, когда едете от двух человек от и более. Один, то ладно, едьте как хотите. Если уже два и более, надо ехать как-то так, чтобы один другого не пылил. Ну понятно, да? У него этот свет, у него как будто BMW GS с этим светом. Не, Алексей видоса не смотрел, он не смотрел видео. Он почему-то не видел его. Попросил рядом ехать, бляха. Сам не хотел рядом ехать. Первый раз. Второй раз позвал его рядом ехать, он тоже согласился. Хорошие такие вот, тут бы так вот, по ним, да. Ух. Или сквозь вот этот вот строй. Ух! Отличная вообще погода, отличная дорога, отличные друзья, отличный ты и я. Видите, вспышек нету, только тых, и нету вспышек, тых-тых. Вот так планета должна работать, ребят. Правильная. А не как у вас бабанит она там.
Андреюшка. Ну что ты, братик? Рядом надо ехать. Ну что же ты? Я ехал медленно, надо было ехать рядом. А я с тобой не могу ехать, ты едешь быстро. Карбюратор выжал. О, Алексеюшка, не сладко тебе, братулец. Не спорится за мной, ребят, хочет догнать. На Юпитере, на 21-й звезде. Ай, Алексей. Нет, Алексей, не вижу. Алексей, где ты, милый? Гляньте, пыли сколько. На полосе-то, на полосе можно прилечь. О, юпак дает. Thank you.
сколько катались, мы уезжали в ту сторону, теперь в другую сторону отъехали. Порядка уже 20 километров мы проехали. Если не больше. На ГСе Алексей едет. Нище пипец просто. Ой, планетка сила, ребята. Тьфу, плохая машина. Ой, мотоцикл плохой. Тьфу на тебя. У него еще масло течет. Алексей, вот это дает, Алексей. Навалил. Молодец. Сейчас он на поддаст, смотрите. На поддаст, на поддаст. Где Алексей? 21 звезда, скоростной Юпитер. Очень скоростной. Неимоверно. Алексеева стихия. Она вон на ту мусорку надо. Но он об этом не знает. Сейчас там перекресток налево-направо, куда ехать? Хрен знает. Ай-яй-яй! Нету, какой мусор только не везут. Ай-яй-яй просто. Алексей, давай догоняй.
Догоняй, дружище! А нам сюда, вот в эти ямы. Вот она, та береза, которая ПС, даже ПС Денисов видела. Туда так сойдешь, не выберешься. Оттуда ПС вытаскивали вручную. Мусор сюда привезли. Ёптель. Мусор даже сюда возят, ребята. Ай-яй-яй, как не стыдно. Смотрите, там вот пятиэтажка строится свободно. И мы тут катались, выезжали, заезжали, спускались с Денисом. Особенно Денис. Я-то не очень. Сейчас у Алексея спросим, как дела. Алексей! Гибические просторы, блядь, а? Блядь, здесь такая высота. Ну я тут точно на этом не поеду. А вверх? Вверх вообще! А вот Денис тут свободно и заезжает, и выезжает. И вообще да, на лампочке. Его даже вот так просто скинуть и скажешь, ну его нахер этот ижак, в моей жизни он больше не нужен.